Великолепной красоты Нарва. Великолепная погода. Тепло, но чуть облачно, не так жарко, как эти последние дни. Великолепная река Нарова. Здравствуй, Ивангород. И сегодня понедельник. Просто счастье для тех, кто переходит. Нету многокилометровых очередей. Сейчас встретила еще женщину, которая переходила, так скажем, вот. Она шла туда по делам и обратно. В общем, туда прошла вообще 20 минут днем в понедельник. Вот. Обратно 40. То есть, сегодня хороший день. Красивый, хороший день в Нарве. Для тех, кто сегодня переходил, было легко и хорошо. Господи, это место силы. Просто красоты неимоверной. Как я люблю Нарву, всегда хочу в нее вернуться. Вот тут еще, видите, все вот как бы отделали, отделку вот тут. Тоже вот эти лесенки. Новые скамеечки сделали. Красиво, очень красиво. Просто великолепно. Сейчас я спущусь вниз на променад, там погуляю. Посижу около воды, как раз солнышко жаркое. Скрылась за облачками. Может быть, да, дождик будет, но все равно хочу у воды посидеть. Ладно, всем хорошего дня, на связи.